В духе Испании финал концерта для арфы и камерного оркестра Марио Кастельнуово Тедеско исполнили Наука Юшина и оркестр Аверни, дирижировал Роберто Форес Весос. Уважаемые слушатели, что нужно делать, чтобы осень наполнить вдохновением? Слушать этюды Ирины Кленской «Времена года» через несколько минут в нашем эфире в начале следующего часа. А прямо сейчас послушаем музыку Ханса Циммера из фильма «Торо Харбор». Тему войны исполняет Cincinnati Pops Orchestra, дирижер Эрик Кунце. Месяца два стал Семен сосед. Я не разбираю, да, там, как сейчас принято. Этот лечит горло, этот нос, этот легкий, этот почки, этот попу, этот живот и так далее и тому подобное пошло. Но человек, он же не кусок такого мяса, да, разрезанного, как там голяшка, это, лопатка, крестец. Человек — это существо энергетическое, ну, и которое все процессы происходят в жидких или в полужидких средах. Кровь имеет pH 7,35-7,45, щелочной. Соответственно, выпивая щелочную воду через кровь, мы восстанавливаем, очищаем организм. Ведь сдаем мы анализ крови, как правило, на любое заболевание, правильно ведь? То есть щелочную воду мы пьем 30 мл на килограмм нашего веса. Также эту водичку мы вымачиваем в овощи и фрукты. Вы положите помидоры, положите огурцы, которые вы купили в магазине. Посмотрите, какая вода будет грязная, масляная. Огурчики и помидорки начнут портиться уже на следующий день, а по вкусу будут совершенно другие. Налейте эту водичку вашему котику, вашей собачке, или же